Всем привет! Сегодня я хочу приготовить печенье ракушки. Мне необходимо 250 творога. У меня здесь двух видов. Два яйца. Мне здесь 8 ложек оливкового масла. Щепотка соли. Добавлю еще пакетик ванилина. Здесь мне муки 500 грамм. Добавляю сюда соды. Муки может быть или меньше, или больше, в зависимости, какой у вас творог. У меня такой зернышками и кремообразный. Я вижу, что у меня муки будет меньше. Ориентируйтесь на тесто. Такое тесто у меня получилось. Вот такое печенье ракушки. Это очень вкусно. Я делаю очень часто. Мы его все любим. Это первая порция. Вторая порция еще в духовке. Пожалуйста, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчики. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Я буду очень-очень рада. Всем добра, любви и процветания. Будьте здоровы, до новых встреч!